Так, ребят, вот следующий на очереди подарок моего друга. Я зову своего друга Сергеич. Он, я думаю, узнает, если будет смотреть это видео, свой бойлер. Он мне лично его привез, чтобы он был актером в одной из серий, которые я выкладываю. Ну вот, наступило время съемки этой серии. Начинаем разборочку. Сразу скажу, что тут больше геморроя разобрать все это. Выхлоп практически нулевой. Но все же есть. Буду складывать сюда металл. Первым делом отцепим все провода, которые являются питающими. Короче, открутим то, что можно открутить. Тут уже что-то кто-то делал, судя по всему, на лицевой панели. Производился какой-то ремонт. Так, сдернем вот этот датчик. Не датчик, это крутилку. Не захотела она сдергиваться. А ее надо сдернуть. Так, вот здесь уже нужно браться за гаечные ключи. Это еще одна такая ролюшка. Снимаем сразу все вот эти клямки. Они нам сейчас будут мешать, когда я буду провод выдергивать. Латунь я буду складывать сюда. Так, вот эти провода, я уже, наверное, говорил, их терпеть не могу, с ними работать. С каждого нужно снимать вот эту оплетку. Интересный выключатель. Тоже, наверное, оставлю. Пригодится где-нибудь. Ух ты! У меня даже еще ключ слишком маленький. Вот такие вещи я не разбираю. Там только одна пружинка металлическая, остальное все латунь. Так, вот я взял трещоточку. Интересно, угадал я на 13? Нет, не угадал.
14. Так, а вот эту надо будет гаечку сдергивать чем-то другим. Рожковым ключиком. Получится мне его сдернуть? Да, получается. На каком-то болту заклинило. Самое главное, болты все в разные стороны. Так, вот мы их вытаскиваем. Первичная вот эта разборка готова. Теперь берем тяжелую артиллерию. Так, проводок сейчас не вовремя. Проводок, кстати говоря, силовой, очень хорошая вещь, пригодится. Снимаем верх и низ. Это надо будет чуть-чуть почистить. Тоже головка на 14. Здесь как-то болт более туго идет. Только под конец как бы нормально стал. Теперь эту же манипуляцию надо здесь провести. Теперь надо раскрыть. О, насчет раскрыть. Я нашел, куда идет этот проводок. Хочу обратить внимание, что гайка тут, походу, латунная. И болт наверняка латунный, да? Абсолютно я верно мыслю. И теперь вот нужно распустить вот тут по месту сварка тут или что. Ну, сделаю это при помощи турбинки. Thank you.
Здесь нужны перчаточки. Вот, можно сказать, шкуру я ободрал с этого бойлера. Металл готов, шкурка. И вот самая нудная процедура мне осталась. Мне нужно почистить всю вот эту пенку. Чищу я обычно при помощи вот этого шпателя. Он такой у меня узенький. Довольно легко было резать. Пенка прикипела. Немножко неудобно. Сейчас я сделаю немножко по-другому. Вот я немножко ослабил. И теперь я буду вот таким вот образом все это аккуратненько счищать. Показывать весь процесс я не буду. Я это промотаю. Это нудное мероприятие. Включусь, когда уже будет готово. Ну вот. Спустя некоторое время задача выполнена. Эту беду уже достать не получается, потому что на ней столько накипи. Вот этот бочонок готов. Может, кто-то будет как-то использовать. Ну, по крайней мере, знаете, что тут такой бачок прикольный есть. Его можно где-то использовать с чем-то. Но сейчас у меня небольшая уборка этого мусора. Самое главное, когда вот такую вот работу делаешь, убираешь эту пену, чтобы инструменты не прихватить. За этим надо следить. Я так не один раз с этой пены доставал те инструменты, которые так прихватывал. Отвертку какую-нибудь на лопату подхватишь. Потом ходишь и ищешь. И думаешь, куда же я ее дел? А это вот так вот сложим, чтобы просто не было видно. Ну и что? И теперь остается у нас контрольное взвешивание.
Не, все равно зашкаливает. Тогда что мы имеем? Возьмем это 15 даже, если килограмм. Пять килограмм кожа, так называемая. Это все мелочевку, болтики я не буду. Здесь копейки. Что у нас получается? Буковку Т. 36 рублев. Там. Ну и здесь у нас получается больше 15 килограмм. По 5 рублей. 75 до 36. Вот 100 рублей. Ау. Еще 4 рубля. Ну вот, получается 75 плюс 40. Еще 110 рублей. Времени потрачено-то фиг да нифига. Плюс провод я не буду дербанить. Он мощный. 2,5 квадрата. Это пойдет на мою печку. Так, ну еще вот здесь вот медью будет, может быть, рублей 5. Также контактные группы в этих реле, в одном и во втором. Плюс выключатель тоже, контактики там есть. Ну вот как бы на этом и все. Грубо 110 рублей. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.